Недавно Борисова призналась, что снималась в откровенных фотосессиях под веществами. Дана Борисова закоренничалась с подписчиками и поделилась пикантными деталями своего прошлого. Звезда рассказала, что во время откровенных съемок мужских журналов злоупотребляла запрещенными препаратами. Иногда ей даже было сложно говорить. Откровенное признание сделала Дана Борисова в своих соцсетях. Она рассказала подписчикам, что позировала обнаженную во время фотосессии для мужского журнала и опубликовала обложку Максим прошлых лет. Но не только этот факт шокировал поклонников теледива. В тот период, по признанию Борисовой, она была наркозависима. Во время этих съемок наркоманила так, что нарушала речь. Я не могла разговаривать, а только мычала, призналась телеведущая. Несмотря на это, о своем решении принять участие в горячей фотосессии, девушка до сих пор не жалеет. Она заверила фаната, что сама захотела сняться обнаженной и полностью осознавала происходящее. На этом откровенное признание Борисова не закончилось. По ее словам, экс-ведущая армейского магазина до сих пор выступает в предложении 18+. Известные блондинки неоднократно предлагали снова оголиться перед фотокамерой и даже сняться в фильме для взрослых. Девушка уверена, что справилась бы с ролью клубнички не хуже всемирно известных актрис. Однако сейчас Борисова отвергает предложение сниматься видео с пикантным содержанием, несмотря на финансовые сложности. Недавно телевизор в своих соцсетях пожаловалась на временное отсутствие работы и попросила подписчиков помочь ей материально. Ей дало с собой 25 000 рублей. Однако Борисова не стала рассказывать, куда будут потрачены деньги.